Друзья, добрый день. Сегодня мы делаем небольшой фильм про меня, как сказали, про интересного человека. Да? Почему я оказался в спорте, каким образом оказался в спорте, когда. Ну, это было давно. Я родился в 60-м году. Где-то в 70-м году я уже пришел в борьбу. До борьбы я занимался немножко гимнастикой, немножко футболом, ну, по чуть-чуть всего. А где-то с 70-71-го уже началась постоянная активная работа борьбой, занятия борьбой. В то время мы начинали заниматься самбо, потому что дзюдо еще официально в нашей стране не было. И, соответственно, все начинали с самбо. Наборы были большие, отсев был очень сильный, хороший. Группы были по 150 человек. Из каждой группы 150 человек через год оставалось 7, 8, 10 человек. Через 2-3 года еще меньше оставалось. А где-то в 73-74 уже в нашей стране начал развиваться дзюдо. И мы перешли в дзюдо. Сейчас мы находимся на территории клуба «Александр Невский». Это клуб смешанных единоборств. В этом клубе я с людьми занимаюсь борьбой. Я пытаюсь пропагандировать борьбу во всех ее видах, проявлениях. Так как борьба в смешанных единоборствах играет очень важную роль, то, соответственно, я, как человек, который занимался борьбой, пытаюсь дать знания по борьбе людям, кто интересуется спортом, смешанными единоборствами или просто борьбой. В этом клубе уже много-много лет работаю. У клуба уже есть свои традиции определенные, у клуба есть свои бойцы, когда больше, когда меньше. Я надеюсь, что клуб больше и больше будет развиваться лучше, и бойцов будет больше, бойцы будут качественные, выше мастерством, классом, и количество будет большое. Я работаю здесь с группой любителей, то есть это люди, которые не профессионалы, люди, от которых борьба – это, так скажем, маленькая составная часть жизни, маленькая любовь. И я пытаюсь давать борьбу тоже в разных проявлениях, потому что борьба без ударной составляющей, она не очень полноценная. Поэтому ударная составляющая, спортивная составляющая. Любому взрослому человеку иметь какие-то навыки самообороны, то средства борьбы я пытаюсь дать таким образом, чтобы их можно было использовать для жизненных ситуаций. Это называется оздоровительная борьба, то есть борьба в составе вашей жизни. Один на весь мир, один против всех. Слава твоих побед здесь не аргумент. Забудь о них, ведь побеждать его крест. Жизнь это ринг, а в нем он лучший боец. Блеск чемпионского пояса, битвы легенд. Никто не смог повторить его путь наверх. Быть первым в прайде жаждет каждый самец. Но большинство дышит страх, как у горла стилет. И вот он каменный лес, где ты не жилец. Где этот взгляд, как наставленный в морду обрез. Соперника не спасет в удар момент. Не бронежилет, не искусственный интеллект. Смелость как мать, кулак как отец. Удар пробьет брюшной денежный пресс. Его упорство ценят в граммах на вес. И цель лишь первой из существующих мест. Жизнь это бой, один против всех. Время пошло, начат отсев. Этот кулак вновь поднимется вверх. Кто победит, ты знаешь ответ. Мы находимся в славном спортивном клубе «Турбостроитель». Это уже, правда, новое здание. Старое здание было на набережной, на Свердловской. Ну, там уже дорога прошла. Но, тем не менее, традиции спортивного клуба «Турбостроитель» сохраняются, множатся, увеличиваются заслуги больше и больше и больше. Спортсменов становится все больше и больше и больше.
Ну вот эта доска, представлена часть мастеров, ну основная часть мастеров, тех, кто воспитывался в нашем клубе в трубостроителе. Ну, вот. Может быть, не так много кажется, но на самом деле чего-то стоило раньше выполнить норматив мастера спорта Советского Союза. Эта доска наша почета. К сожалению, многих уже из висячих на этой доске как бы нету. Но все равно мы обо всех помним и всеми дорожим, на самом деле. Ну, вот тут дальше идем. У нас здесь памятные подарки Антону Семеновичу дарили. Вот с разных турниров. Вот дарил Владимир Владимирович Путин дарил. С надписью вот всякие. Это был сбор недавно, ну как несколько лет назад. Ветераны трубостроителя собирались. Это с разных турниров. Кимоно, грамоты, призы, памятные вещи. А вот это, по-моему, курточка самбо. Это когда еще не было в нашей стране дзюдо, мы занимались самбо. То есть все начинали с самбо. И вот одни из самопальных курточек вот таких были. Вот такие раньше. Раньше боролись в чешках, в носках, в таких курточках смешных. Вот это тоже стеллаж. Вот здесь это фотографии с трубостроителя еще, который был на Ватутино, на набережной. Тут Анатолий Семенович проводит тренировку. Там Стас Акумин, там еще кто-то. Это турнир, один из первых турниров Петрова, который сейчас он международный, уже, по-моему, 40-й с лишним уже традиции, там больше 40 лет. Вот это внизу, кто боролся, те знают турнир Петрова, проводился все время у нас на набережной. Это ветераны собираются, ну опять же кубки, всевозможные грамоты. Вот ветераны собираются, это когда Антон Семенович был какой-то, по-моему, юбилей. Вот в углу вот этого, на улице этого здания собирались. Очень красиво. Вот тут висит целая галерея хороших, красивых фотографий. Это господин Ясухиро Ямасита, это герой Японии, классный мастер. Ну, все, кто борьбу знают, все слышали, знают эту фамилию. Это у нас Сигзёси Цума Мацумая, создатель университета Такай. Там очень сильно развито дзюдо. Это основатель Дзигара Кана дзюдо, ну, кто интересуется борьбой. Это Владимир Владимирович, тоже наш выпускник. Это тот человек, который, Владлен Андреев, тот человек, который как бы сильно подействовал на развитие борьбы в целом в нашей стране. Это Антон Семенович Рахлин. Как бы, тот человек, который с основания этого клуба был здесь, создавал всю вот эту систему, все организовывал, через него прошли тысячи людей, детишек. Кто-то стал мастером спорта, кто-то на эту доску, так скажем, удосужился быть повешенным в фотографии, кто-то нет, да. Но прошло и, ну, просто десятки тысяч людей. И очень многие, даже те, кто не отборолись, а просто были в нашей, они очень хорошие, нормальные люди. Достойные люди. Так, ну здесь тоже много-много разных медалей. Вымпелов со всего мира. Со всего. Клуб «Дзюдо Трубостроитель». Это уже более молодые люди. Это мастера спорта России уже. Сейчас тренирует в клубе трубостроителя сын Антона Семеновича, Михаил Анатольевич. Вот. И много достойных людей. Вот Хайбулаев Тагир, заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпиады в Лондоне. Вот это все мастера. Значки со всего мира, вот такие красивые подарки. Это кимоно Тагира Хайбулаева. Вот это одна из частей нашего клуба «Трубостроители». Здесь несколько залов хороших, которые тренируются дети, начиная там с 5-6 лет и заканчивая, ну,
ветеранами, так как я отвечаю сейчас в нашем клубе за ветеранское движение. Вот, то есть представлены от мала и до ветеранов. Разбирая старые завалы, грамоты и прочее, прочее, нашел вот такую газету «Трубостроитель». Это газета 21 ноября 1973 года. И в частности на последней странице, где обычно про спорт пишут, самбо, спорт смелых. И вот тут два спортсмена молодых, и указано Шудловский Андрей и Алексей Рыбин. И тренер Антон Семенович Рахлин. Вот такие молодые спортсмены, молодые дарования в самбистских курточках, трусиках и прочее. Уже историческая газета. Так, это у нас удостоверение мастера спорта СССР. Значок там тоже где-то есть. Так, это у нас служил в армии. В центре города у нас училище Комаровского. Я вот здесь солдатик, вот такой, бравый. Прическа тоже какая-то неуставная. Это фотографии с чемпионата мира по ветеранам в Ирландии, Лондон-Дерри, 2002 год. Неплохо тогда отборолся. Вторым, правда, занял. Вторым стал, проиграл Магомеду Кукурхоеву, нашему соотечественнику Советского Союза. Но он боролся легче, чем я, на категорию или на две. Был побыстрее. А судьям пофигу было. Все русские. Кукурхоев, Шедловский. Это СЦС труда. Здесь очень много хороших, известных людей, спортсменов. Это ДСО труд, СЦС труда. Это 84-й год. Тоже, в общем-то, кто борьбой занимается, все люди здесь, все этих людей знают, видели. Слава Богу. О, это у меня в горном институте как-то боролись. И горные судьи были. Да, с Васильевым боролся. Это была первая секунда. Это вторая секунда. Извернулся каким-то образом и удержал. Горный институт оскорбился. А это уже взрослым по самбо решил еще выступать где-то. Ну как, заставили, выступал. Это часть сборной страны. Сборной города Ленинграда. Вот такие парни молодые все, веселенькие. Это вот недавно наше ветеранское движение, вот такой диплом дали за вклад в развитие ветеранского движения, за вклад в развитие борьбы. Это в детстве кого-то доминировал. Порторочки пытался удержать, перевернуть. Вот я считаю очень удачные фотографии, таких хоть мало. Это Кубок Балтики был 1981 год. Слепченко, Володя боролись. И вот что здесь замечательно, фактически здесь одноопорное положение только вот на этой ноге. Там опоры нигде нету. Фотограф запечатлел такой момент, когда вот именно было одноопорное положение на двоих человек. Еще доли секунды, и там все закончится. Хорошо получилось. Это тоже какой-то турнир. А там же на Балтике, да. Это готовился бороться. Это фотография с Антоном Семеновичем Рахлиным. И с дочкой, когда была маленькая. Это уже была ветеранская что-то борьба где-то. И, по-моему, на Зимнем стадионе у нас в Ленинграде. Ловим рыбку. Купаемся в речке Форелевой. Всю форель распугал, пугался. Так, это у нас щучка вот такая красивая. И эта же щучка у нас, вот она, согнулась, живая была. Это был этап, когда я понял, что для того, чтобы борьба была более разнообразна, более качественна, нужно каким-то образом уходить немножко в сторону. И я какое-то время с Андреем Кочергиным работал в его зале, с ним прошел у него серию
серию семинаров, мастер-классов и прочего, на живой бой и прочее, прочее, прочее. Ну, я благодарен, что Андрей много, я считаю, дал мне как педагогу, как тренеру, как спортсмену, ну, как бы его ни ругали. 2013 год, помещение вот этого клуба, часть ветеранов праздновали. Чем Антон Семенович был жив. Такая хорошая фотография. Ну, такая же, в общем-то, и там на стеллаже есть. А еще был этап один, депутатская деятельность, попытка выйти в люди. Вот такие, портфолио депутатское. О. Типичный депутат. Подводя итог нашим, ну, нашей совместной работе, что хотелось бы сказать. Спорт – это целая жизнь, спорт – это целый мир. И спорт в моей жизни, конечно, это основное. Я избрал себя своей деятельностью, педагогическую деятельность. Вот. Был спортсменом, так скажем, ну, среднего уровня. Там уровень мастера спорта СССР всего лишь навсего. Таких мастеров, как я, как собак нерезанных. Вот. Но, тем не менее, то, что я закончил педагогический университет, ну, раньше был педагогический институт имени Александра Ивановича Герцена, ленинградский, вот наложилось занятие спортом, борьбой и педагогическое образование таким образом связалось, что я сейчас занимаюсь только педагогической деятельностью. В основном. И мне это нравится, деятельность. Я считаю, что я могу кому-то сделать, принести что-то полезное людям, стране, самое главное себе. То есть мне это интересно, я этим занимаюсь, я этим живу, пытаюсь развиваться как могу, сколько сил хватает. Спорт – это здорово, спорт – это хорошо всегда. Только не надо путать понятие спорт и, так скажем, чтобы спорт был во главу вообще всего. Спорт должен быть частью жизни. Спорт, на самом деле, является составной частью физической культуры. Если человек физически культурен, как, впрочем, и культурен во всех остальных областях, отраслях, то занятия физической культурой, в частности, там, борьбой и единоборствами, будет влиять очень положительно на каждого человека. Почему? Во-первых, это правильные физические нагрузки, это психические нагрузки, это психические разгрузки, это формирование хороших, правильных навыков поведения между людьми, между друзьями, с родственниками. Это появление новых друзей, это появление новых каких-то кому-то надо рабочих контактов. Спорт – это целая жизнь, физическая культура – это целая жизнь. Заниматься надо обязательно, надо совершенствоваться. И самое главное, надо любить себя и любить окружающих. И тогда будет все хорошо. Будет гармония внутри себя, будет гармония с окружающими. А гармония достигается только тем, что вы постоянно над собой работаете, становитесь лучше и ко всему относитесь с большим пониманием, с мягкостью, с любовью. Жизнь это бой, один против всех. Время пошло, начат отсев.